Всем привет еще разочек сегодня. Решила вам показать такие мои парфюмки, которые у меня стоят закрыты еще. И я хочу распаковать вместе с вами. Вот одна у меня только парфюмка открытая. Это у нас Cap d'Ambre от Pierre Rico, Франция. Давненько он у меня стоит закрытый, и я вот сегодня его решила открыть и нанести на себя. Так, это у нас Idé Parfums, парфюмерная вода. Это предвкушение. Так, сейчас зачитаю. Мистических путешествий к диким берегам с чувственными и сладостными запахами. Верхние нотки бергамота и розового перца сменяются амбровыми древесными нотами сердца с ароматом бурбонской ванили, а смола мирры в сочетании с ладаном и пачули создают дымчатый шлейф. Изготовитель АО Лабораторе де Дермакосметик Актив Доктор Перико, Ром Пуан де Шане Элизе, Париж, Франция. Что могу сказать? Вот как здесь все написано. Чувственный ваниль, я чувствую. Во-первых, я чувствую сразу амбру. Но она нежная, лайтовая, сразу переходит в ваниль. В пачули тоже в лайтовые, в нежные. Не убойный аромат, нет, вообще. А легкий, дымчатый такой, обволакивающий, уютный, томный, ванильно... Амбровый с пачули, с ладаном, кстати, немного. Тоже прям вот микродоза его, но есть. Вкусный, такой гурманский, да, аромат. Флакон, будильничек с темной жидкостью. Очень красивый, мимишный такой. Ну, для тех, кто не любит ядерную амбру. Вот как раз я не люблю ядерную амбру. Здесь все в меру. Все в меру. Он прям вот хорошо сделан. И знаете, сидит так тоже близко к коже. То есть у него нет такого супер шлейфа, чтобы всех убивал. Нет. Вот сидит уютненько на вас. Только для... Его слышат только те, кто вот близко к вам подойдет. Замечательный аромат. На холодную погоду, на жару, не знаю, не пробовала. Может быть, кстати, и пойдет ванилька, не знаю, надо попробовать. Так что вот такой у меня ароматик. И вчера я получила нарцисс, который я еще не тестировала. И вот хочу его потестировать, открыть. Давайте его откроем. Я его тестировала в пробнике давно, но, честно, уже не помню, как он себя ведет. Тестировать я люблю не на блоттере, а на своей коже. Как он именно раскрывается на мне. Такой флакон. Опять с этой дурацкой крышкой. Новая, конечно, она красиво смотрится. Вроде бы такая воздушная, легкая, да? Прозрачная, изысканная. Но она со временем портится. Эта крышка. И я от таких крышек потом избавляюсь, когда они у меня начинают уже тускнеть. Пыль туда наслаивается, и уже невозможно ее даже промыть. Она просто вот никакая. Итак, она скрипит. Ну, я говорю, дурацкая пластмасса, ничего хорошего. Так, давайте нанесем мне на руку. С третьего раза. Наношу я именно вот на одну руку. И потом растираю вот так. Это правильное нанесение ароматов. Чувствуется эйвоновская база. Я ее узнаю всегда и везде, и на ком-либо. Но такая цветочная. Вроде бы, мне кажется, мускус здесь есть. Да, такой немножко одуванчики. Сладость,
Мне кажется, ваниль тоже есть, но не сильная, не кондитерская такая, цветочная немного. Что-то похоже, напоминает. Но не знаю, что. Пока не вспомнила. Такой солнечный, да, солярный он аромат. Может быть, правда нарцисс так пахнет? Но я вот не помню. Может быть, да. Может быть, нарцисс так пахнет. Может быть, ему удалось все-таки сделать аромат нарцисса. Белоцветочность, да, все-таки здесь есть. Видно, нет? Буду пользоваться, буду тестировать, потому что его нужно поносить. Но крышка вот вообще убивает меня морально. Еще и скрипит так. Если здесь все нормально, то здесь хоп, хоп. Ой, да, вот так, ну ладно. Но он, знаете, вот тихо сейчас усаживается на кожу, он тоже тихий, не будет шлейфовым. Мне кажется, он понравится многим. Эйвеновская база, она нравится многим, и они такие все ароматы у них, как сказать, на массового потребителя. Ну ладно, пусть будет у меня в коллекции, раз уж я его приобрела. Ну, для меня, знаете, вот ничего особенного. Да. Ничего особенного. Ну, раз приобрела, значит, буду его тестировать. Может быть, все-таки в дальнейшем он как-то будет раскрываться. Может быть, на разную сезонность буду, да, его пробовать. Посмотрим. Но сейчас вот он сел на мне тихо, и все. Как-то он не играет, монотонит. Легкий, нежный нарцисс. Дальше пуртужур хочу открыть. Думаю, что сейчас как раз самое время его носить. Потому что у него он свежачок. Вот такой красивый. Выполнен, конечно, мне очень нравится. Зелененькая такая жидкость с цветочками, такой лаконичный. Крышка пойдет нормально. Так, давайте я нанесу в другое его место. С первого раза наносится, никаких холостых пшиков. Ой, ну это шикардос, это горчинка, это цитрус, это чай зеленый. Да. Конечно, шикарный вот у них этот аромат. Кстати, в полной версии, вот он у меня первый раз, хоть я в Фаберлике уже сколько, 8 лет. И что-то покупала, все миниатюрки, покупала себе, пыталась полный формат, но у меня его забрали, тогда купили. Так я его думаю, ну, успею, ну, успею. И так я 8 лет его и не купила. Был у меня, кстати, тридцаточка, но... Кстати сказать, в тридцаточках у них парфюмы быстро портятся. Они, видимо, на какой-то масляной базе у них, на другой совершенно. Я уже это поняла, и тридцатки я у них не беру. Сколько... И, кстати, пуртужур у меня в тридцатке испортился. Посмотрим, как поведет себя в полном формате. Надеюсь, что он у меня через год не пропадет, не протухнет. Но аромат красивый, да. Вот что нарцисс уже, я почти его не слышу. И что вот этот прям звонкий, яркий. На весну вообще шикарный, зеленый. Классный, классный аромат. Он сейчас усаживается, тоже вот эта горчинка пропадает. И цитрусовая сильная, она пропадает. Вот какая-то смесь вкусная. Что нам здесь пишут? Ничего не пишут.
Ничего не пишут. Хоть бы писали, что ли, ноты. Потому что я же не смотрю ноты изначально. Не хочу. Я хочу свое мнение высказать. Кстати, здесь смотрите, что приглашение, дорогие друзья, в коробочке. У вас в руках особенный аромат. Не приглашение, а вот такая вот визиточка аромата. Я уже думала приглашение на свадьбу. Алексей и Елена Нечаева, когда у них была свадьба, вот для них был и создан этот аромат. Я забыла французского парфюмера. Женщина его создавала. Нежина, небожина. Ой, забыла, не помню. Здесь не написано, кстати. Он был создан... Ага, написано, вот. Нежла, да. Нежла Барбир. Французским парфюмером. Специально ко дню нашей свадьбы. Мы думали, какой подарок сделать гостям, чтобы у них осталась память об этом счастливом для нас событии. И решили, что лучше всего сохранить настроение праздник, свадебный аромат. Аромат так понравился нашим родным и друзьям, что по их просьбам и при поддержке специалистов Фаберлик мы выпустили аромат Пур Тужур, чтобы со всеми поделиться атмосферой нашего праздника. Теперь и вы гости на нашей свадьбе. Будьте счастливы, любите и будьте любимы. Ну, вот прикольная, кстати, вот такая вот визиточка, аромат. И действительно, это вот аромат-визитка компании Faberlic. Это достойнейший у них аромат, который прям вот испокон веков Faberlic, можно сказать, молодцы. Выпустили действительно на долгие годы. Он всегда будет актуальным, востребованным, нежный, понравится абсолютно всем, вот. Это как натюрель во фраше. Она нравится абсолютно всем, да, она нежная. Конечно, для горячей кожи такие ароматы, они быстро теряются, может быть, на коже. Мы их слышим уже приглушенно более, да, вот. Но на холодной коже такие ароматы, они будут звонко звучать, раскрываться. Поэтому я советую флакончик всегда. Всегда, как сказать, чтобы он у вас был, да, мне кажется, понравится всем. Дальше, давайте, какой открыть с вами аромат? Хочу открыть Сель д'Азур. Он тоже такой, ближе к лету, по мне, морской, соленый. Ну, давайте проверим, точно ли я помню, что он такой. Здесь коробка. Убойный флакон. 100 миллилитров. Вот. Но я знаю, что он не стойкий, поэтому поливаться им и поливаться можно до бесконечности. Ну, часа 2-3 он, наверное, на мне, например, держался. У них закос под нишевую парфюмерию идет. Вот эти вот бутылечки. То есть главное, что в нишевой парфюмерии. Главное качество, а не в том, в чем он находится, да, поэтому у них простые такие вот флаконы, бутылечки, одна этикеточка с названием, и все. Здесь вот картиночку, слава богу, они нарисовали, чтобы мы немножко имели представление, куда мы попадаем, когда наносим этот аромат, да. Что у нас здесь? И море, и солнце, и зеленое большое дерево. И скалы, вот именно, наверное, он туда нас сейчас и унесет. Ой, крышка тоже у меня унеслась. Спецэффект. Так, крышка проверяем. Угу, защелкнуться должна. Нормально, ничего не свистит. Так, с второго раза. Довольно много он наносит жидкости. Ой. Похож чем-то на Пур Тужур, но вот начальные ноты у него поярче, чем у Пур Тужур, но в этом же направлении. Свежачок специевый с горчиночкой. Мне очень нравится. Вот именно, да, морская соль, какое-то побережье, песок. Ой, не знаю, мне очень нравится. Люблю вот такие ароматы. Конечно, на лето я их больше люблю, поэтому и весной вот сейчас вот и открываю. Класс.
А сейчас он еще будет играть, сейчас в сравнении. Пуртужур я уже плохо чувствую, он уже уселся так близко к коже. Нарцисс еще как-то что-то там хочет мне заявить о себе, еще держится. Слышу его цветочность, вот эту вот белоцветочность нарцисса, и она осталась в базе. Пуртужур, конечно, паник на фоне Сальдазура. Сальдазур сейчас на мне вообще вот замечательно раскрывается, лучше, чем пуртужур. У меня прям каждый аромат, он лучше другого. Потому что, вот я говорю, вот такие вот более легкие ароматы, они быстро с меня слетают. Этот немножко, он все-таки не то что потяжелее, но весомее, да. У него и как-то вот, мне кажется, больше нот. Я не знаю, не смотрела. А, может, здесь написано. Обычно они что-то пишут. И фраше. Свежий цитрусовый. Сальдазур – это открытое окно, в которое врывается средиземноморский бриз и льется небесная синева. Тонкие соленые ноты звучат среди свежести сочной цедры грейпфрута и сплетаются со смолистыми аккордами кедра. Вот я это и чувствую, вот эту смолистость кедра и свежесть сочности грейпфрута, вот, которая и звучит звонко вот на мне. Мариса Ламань, парфюмер. Вообще классный. Очень-очень-очень соленый, классный. Вот эта кедровость. Мне очень нравится. Да, пуртужур паник, к сожалению. Но а кто не любит сальдазур, попробуйте пуртужур. Мне кажется, он вам понравится, потому что он более лайтовый. Так, ладно, будем следить за ними. У меня уже, конечно, сколько? 4 аромата на разных местах руки. Главное, чтобы не забыть, где какой. Я не знаю, открывать ли мне Tomorrow, потому что у меня есть пока в миниатюрке. Может быть, пусть постоит. Я хотела флакончик посмотреть. И открывать ли мне сейчас Лилию, потому что она такая тяжеловатая, термоядерная. Я знаю, я ее тестировала. Я покупала было себе флакон, потестировала его, но у меня забрали его, купили. Очень уж он понравился там. Вот. Я решила его еще раз купить. Думаю, пусть постоит. Может, все-таки рука у меня к нему потянется. А вдруг? Я слышу... Ну, давайте откроем вот его. Что я сейчас в нем слышу? Мне же тоже интересно. Так. Не во всех коробочках Oriflame есть вторая коробочка для парфюмов. Видите, нету, да? Такой двойной. Почему-то. Видимо, не из дорогой серии аромат, хотя мне флакон очень нравится. У меня из этой серии есть все, и черный, и коричневый, по-моему, где-то был. А может, коричневый я продала, я уже не помню, но он у меня был, я помню. Так, и синий, который синий-зеленый такой морской тоже есть. По-моему, у них все. И вот красный. Думаю, ну уж надо всю серию, чтобы была в коллекции, да? Красивые вот эти флаконы. Мне прям нравится их тактильное ощущение. У них вот эта ребристость, она очень прям тактильно прикольная, хорошая такая. Тяжелый флакон, не знаю, не открывается. Ой-ой, ой, еле открыла, представляете? То есть можно спокойно брать за флакон, он у тебя никуда не убежит. Этот слабоватенько может убежать, но этот тоже хорошо держится. Но этот вообще игрушка. Этот так себе может, наверное, убежать. А этот нет. Прям вот берешь вот так, хрясь. В общем, ой, тяжеленный. Открывается тяжело. Дальше давайте слушать, куда бы мне нанести. Сюда нанесу. Еще здесь ничего нет у меня. Так, со второго раза. Не сильно брызжет. Уже чувствую эту компотность, сладость. Ой, ну правда, шикарный аромат. Не зря я его открыла. Такой сладкий, но такой красивый. Вот что-то мне из детства напоминает. Что-то прям напоминает. Вишни нет, не вишни вроде бы.
Мне кажется, прям вот какие-то ягоды есть здесь. Не просто лилия. Лилия тоже есть, но она где-то дальше, мне кажется, будет звонче звучать, а сейчас ярче звучать. Не будем тавтологить. Да, красивый аромат. Даже не знаю, как его описать. Он какой-то такой родной мне, мягкий. Не только сладость, я чувствую, но что-то еще, какая-то нота очень интересная, и я не могу ее выделить, что это. Она необычная, она есть, она вообще, мне кажется, я не знаю, я ее не слышала давно. Это вот какая-то нота интересная. Я ее слышала в детстве, а сейчас вот, кстати, в парфюмах я не слышу таких нот. Классный, классный парфюм. Мне понравился, наверное, здесь ничего не написано про него. Вот. Достойный для тех, кто любит такие вот, знаете, как вот эликсир, видите? Это вот как какой-то вот эликсир любви, точно. Цветочный, яркий, незабываемый. Точно шлейф у него будет прям очень длинным, вас запомнит по этому аромату. Но он очень красивый. Прям будет, я не знаю, красивейший, такой лилейно-ягодный шлейф у вас. Замечательный. Да, Сель Дазур продолжает играть, звонко звучать, красивый. Нарцисс тоже звучит своим нарциссиком, таким милым, нежным. Ага, пуртужура сейчас чувствую мягкость, цитрусовую мягкость. Он уже уселся у меня, он такой, знаете, тоже красивый, но мягко совершенно. Не звонко будет звучать, но красиво тоже лежит. Так что вот. Как могу, так и раскрываю вам аромат. В общем, как чувствую, так и говорю вам. Все ароматы достойные. Я не наносила сегодня вот такой. Я его носила вчера, по-моему, вечером. Я помню, что он мягкий такой, мягкая амбра, ваниль. В общем, такой гурманский, вкусный. Вот прям вот хочется с ним выпить коньячка. Или с шоколадом, да. Вот с ним прям хочется коньячка с шоколадом выпить. И либо кофе такое какое-то необычное выпить. Вот такой он гурманский. Сразу хочется такого что-то вкусного. Прям какая-то слюноотделение у него прям от него идет. Классный. Все достойны аромата. Ну что, открываем Тумору. Хотя бы флакончик, может быть, посмотрим. Все равно я, наверное, флакон должна оставить себе в коллекцию. Миниатюрка у меня быстро улетит. Давайте откроем. Раз уж пошла такая пьянка. Вот так. Вот такой вот он. Вот такой вот он у них флакон, так скажем, в люксовом обрамлении. Закос под люкс. Какой-то прям напоминает то ли Ланком, то ли что-то, флакон с водичкой. Крышка держится уже крепко, хорошо закрывается. Сразу чувствуется, что более дорого, да, у нас все здесь. Давайте я куда-нибудь вот на пальчики что-то нанесу, хотя бы вспомнить аромат. Сейчас буду так вкусно пахнуть, так скажем. Ой, ну тоже шикарный. Специи. Опять же, мне вот раскрываются в начале, идут специи, звонкие, причем разные. Горчинка, очень сильная горчинка. Как будто вот стебель какой-то травы вы размяли в пальцах, да, и у вас вот тоже вот эта вот горчинка этого стебля есть, отголосок, вот этот звонкий зеленый тоже есть. Да,
именно весенний аромат. Это такой звонкий, яркий. Класс. Я не ожидала, что тумор будет у меня вот так. Я вообще не ожидала, что у меня эвенские ароматы, некоторые, да, будут так красиво звучать и раскрываться. Я тут вчера или позавчера, на днях буквально распробовала Абсолют. Тоже посмотрела, где-то он у меня валялся просто. Вот я его хотела отдать, не знаю, кому-то задарить. Что-то я его не поняла с первого раза, а тут прочитала, что он красиво раскрывается именно сейчас. Я думаю, ну-ка я попробую его потестировать. Нанесла на себя, и знаете, на улице я чувствую от себя, от пуховика, такой аромат, тоже специй, такой какой-то интересный, вообще привлекательный, такой какой-то притягательный, вообще суперский Абсолют у меня оказался, представляете, Абсолют полюбила. И я этот флакон себе так ручки загробастала. Ну что, пишите, комментируйте, как вам мой обзорчик сегодняшний, таких красивенных флакончиков, красивых ароматов достойных. Мне все понравились, все буду носить. Нарцисс, он такой нежный, мягкий, он действительно нарцисс. Вот. Он из этой коллекции, он самый дешевый, конечно. Но он тоже имеет место быть. Хочется иногда такие цветочные. Вот сейчас он сидит так солнечно, мягко. Ой, Сельдазур благоухает. Что у меня еще? Тумору. Я чувствую сейчас черный чай. Прям вот. Да. Именно черный чай. Чувствую такие вот какие-то нотки. Лилия. Классно. Пуртужурчик мягко сидит. Еле слышно, но тоже красиво. В общем, вот так. Пишите, комментируйте. Буду рада всех слышать, видеть. Всем хорошего дня. Всем пока-пока.